В ночное время в Балаково при патрулировании улицы Менделеева внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2114, совершавший опасные маневры на проезжей части. Сотрудниками ДПС была предпринята попытка остановки транспортного средства. Однако управлявший им гражданин не подчинился законным требованиям полицейских. Двигаясь с существенным превышением скорости, злоумышленник попытался оторваться от преследующего его патрульного автомобиля. На автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград после неоднократных предупреждений правонарушителя полицейскими о возможном применении табельного оружия и отсутствии адекватной реакции со стороны водителя после нескольких предупредительных выстрелов вверх инспектором ДПС были произведены прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Несмотря на пробитое колесо, злоумышленник продолжил движение и в дальнейшем, не справившись с управлением, съехал на обочину, после чего был задержан. Установлено, что подозреваемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлены протоколы по части 1 статьи 12.8 и по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Судом водителю назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.